Новосибирцы сегодня пытаются вернуть старый дизайн своих аккаунтов в социальной сети ВКонтакте. Запрос о том, как это сделать, один из самых популярных в поисковых системах. Разработчики обновили вид страниц принудительно для всех пользователей. Для большинства переход, произошедший этой ночью, стал неожиданным. Новый дизайн многим показался неудобным, но использовать старый теперь нельзя, так что придется привыкать.